Несмотря на щекотливость ситуации, не могу не отметить, что старушка была боевая. Царствие небесное. Смотри, хотела отбиться. Стой! А? С ума, что ли, сошел? Не хватало еще пальчики на трупе оставить. Она сказала, что посылка у нее, значит, она где-то в доме. Она нас ждала, значит, посылку далеко не прятала. Мы можем ее найти. Неплохо бы. Только знать бы, что искать. Может, ты знаешь? М? Че молчишь? Я лично понятия не имею. Может, ее уже убийцы забрали. Петь, то время, что я тебя слушал, могли потратить на поиски. Ладно, черт с тобой. Только смотри пальцами, ничего не трогай. И давай быстро. Что делаем-то? Идем, идем. Здесь должен быть черный ход. Я сейчас мог быть в Сургуте. И вековые ели Сургута обмахивали бы меня своими лапами. Ну что? Самый лучший опер Санкт-Петербурга. Может, объяснишь мне, что происходит? Что может быть в этой посылке? Третий труп уже за неделю. И, кстати, я зуб даю, что те, кто Ивану грохнул, посылочку уже прикарманили. Это еще полбеды. Таксист нас запомнил и наверняка уже влепил местным ментам по полной программе. А это значит, что мы с тобой, дорогой товарищ Гурский, где? В заднице. В розыске. А это что, не одно и то же? Нет. Если мы в розыске как убийцы Ивана, это одно. А если нам еще повесят убийство князя Федора, вот тогда мы с тобой там, где ты говоришь. А что, могут? Да нет, ты не волнуйся, со временем они, конечно, во всем разберутся и нас отпустят. Я даже уверен, что извинятся, но это только со временем. А это сколько? Может, год. Я год здесь ждать не могу. Меня редактор уволит к чертовой матери. Так что, Петя, давай, думай, думай. Я думаю. Только что думать-то? Я тебе скажу, что думать. Валить надо. Да, и каким же это образом? Билетов-то у нас обратных нет. Где их взять-то? Купить. Ага, и в кассе нас по паспортам и повяжут. А не в кассе, так на вокзале. Да и вообще где угодно. Наши рожи уже, небось, на каждом столбе. Звони деду. Ну, не с мобильного же. А с чего? Я понял тебя. Значит, так, первое, кончай мандражить. Второе, задание ваше окончено. Третье, в полицию ни ногой и вообще поменьше рыпаться. В посольстве не показываться. Помочь не помогут, а шуму наделают много. Надо залечь на дно, где угодно и как угодно. Звонить через автоматы? Перезвони мне через час. Все. Ну что, помог тебе твой дед? Сказано не рыпаться. Сейчас ждать, потом перезвонить. Что значит не рыпаться? Какой час ждать? Нас через час уже могут 8 раз в каталажку посадить. Значит, надо сделать так, чтобы не посадили. Я так и знал, что все этим закончится. Потому что деду твоему на нас наплевать. Саш, не мели чепухи. Сказано через час перезвонить. А если мы не сможем позвонить, Петь? Не сможем. Он вообще думает о чем-то или нет? Не, что ты орешь-то, а? Я-то здесь при чем? И вообще, Саш, прекрати истерику, мне и так хреново. Тебе хреново? Это мне хреново! За какие такие грехи я должен гнить в этой черногорской тюрьме? Да пошел ты знаешь куда? Чего? Чего ты сказал? Документа, господа. Документы, видите ли, какая история. Мы с другом вышли погулять. Такая погода и... Так получилось, что документы оставили в гостинице. Но они у нас есть, честное слово. Просто мы их забыли. Ваши документы. Ну, я же говорю, что мы вышли погулять. Такая погода. Мы документы оставили... Простите моего друга. Он немножко устал. Дело в том, что, господин полицейский, мы с другом не какие-нибудь просто туристы, а мы приехали в рабочую командировку от одного из самых известных телеканалов России. Да.
Да-да. Какая цель вашей командировки? Какова цель? Самое важное. Мы приехали, чтобы освещать итоги референдума по поводу приобретения Черногории независимости. Это же событие века. Наконец-таки вы свободны. Представляете, с 1918 года, то есть со времен правления короля Николы Петровича. И вы знаете, если вас вообще интересует мое мнение, я считаю, вашей независимой стране нужен лидер типа великого князя Воислава, победника Византии. Нет, даже более великого, владыки Петра II Негоша. Да, кстати, мы с другом как раз завтра едем в Ловчину, в мавзолей Негоша, чтобы поклониться от имени всех русских праху выдающегося славянского писателя и мыслителя. Помните, как это у него? Црне горе краину и крило, родом сваким Италия сырбска, ниво златно или выдоцветно, и верношно постоено гнездо. Да. Прилепи стихове. Вы знаете, господин полицейский, Петр Негош... Это ваш черногорский Пушкин? Да. Да-да-да, не спорьте. Я, знаете ли, эти стихи знаю наизусть, потому что мне, когда я еще был в колыбельке, читала мне моя мама. А у нее была бабушка. А моя прабабушка, кстати, она была черногоркой и звали ее Милица. Кстати, вам наверняка будет любопытно услышать на историю, которая с ней однажды приключилась. Один вопрос. Из всего тобой сказанного хоть слово правды было или на ходу придумал? Ха, обижаешь. Все правда от первого до последнего слова. Да, и откуда же в твоей маленькой голове столько исторического хлама? Это ведь некоторые во время полета дрыхли все время. А ваш покорный слуга, несмотря на жуткую фобию, с жадностью впитывал знания нашего друга, профессора. Отлично, студент Гурский, отлично. А теперь пошли отсюда по добру, по здорову. Повернитесь ко мне. Спокойно и медленно. Разговаривать не надо. А теперь так же медленно вытаскивайте все из карманов и кладите на землю. Ну? А теперь повернитесь ко мне спиной. Медленно. Еще боялись, что нас менты могут найти. Лежат два человека без сознания на улице, и никому никакого дела нет. Как тебе это нравится? Ну, прям как дома. Слушай, ты не знаешь, что он до нас докопался? Понравился ты ему. Я? Ага. Может, это ты ему понравился? Слушай, все это не есть хорошо. Черногория довольно спокойная страна. Это тебе не Гарлем или Марсель. Ты заметил, какой у него ствол? Прости, отвлекся. Глок 17. Довольно дорогая штука. Стоит гораздо больше, чем мог он у нас забрать. Кстати, что он у нас забрал-то? Да все забрал. Вот сволочь, а? Монетки даже не оставил. Как тебе деду-то звонить? Ну ладно, ты не плачь. Есть у меня заначка на черный день. Вот. Ну, на пивасик. Георгий Георгиевич, это Петр. Только если можно побыстрее, очень мало денег. Долго объяснять. Значит так. Надо продержаться трое суток. Через три дня перезвони. Вам приготовят новые паспорта на другие фамилии, но с вашими фотографиями. Деньги и билеты на самолет. Запиши номер. Короче, надо продержаться три дня. Через три дня нам передадут документы, необходимые для выезда из страны. Три дня? А что мы здесь будем жрать эти три дня? Он тебе случайно не сказал? Случайно не сказал. Может, милостыню не пойдем просить? Кто тебе даст-то? Как мы здесь протянем эти три дня? И вообще, как мы будем ночевать? Где мы будем ночевать? На что мы будем ночевать?
эти три дня. Есть идея. Да нас сам у вас гостоприемливом ресторане. Только сегодня в вашем гостеприимном трактире. Русский вук! Волк из России перепьет любого мужчину в этом зале. Вороны, кладитесь! Делайте ставки, не проходите мимо. Ну, кто смелый? Подходи. Еще пиво. Danas je naša policija rasvetlila ubistvo Fjodora Tulčinova. Osumnjičeni su Aleksandar Gurski i Pjotr Volkov, građani Rusije. Ako ih sretnete negde, hitno javite. Ne govori isto. Vrut, nebos. Šta lažu? Što vrut? Tako dobri momci, koji... Такие классные парни, которые столько могут выпить, не могут быть убийцами. На račun gazde restorana. За счет заведения. Ну. Пропади ты пропадом, алкоголик! Зачем ты связался с этим лесорубом, а? За версту уже было видно, что его харю можно только годовалых поросят бить. А ты куда полез, а? И вот теперь я, Александр Адашев Гурский, дворянин. Жуть, каком, аж подумать, в каком поколении должен переть тебя на дворянском своем горбу. И главное, куда? Никуда меня с таким навеском не возьмут. Ни в какой отель. Даже в самый поганый. Так что, бабжара, будем спать на воздухе, на свежем. Утешает только то, что в Сургуте это бы для нас очень плохо кончилось. Простите. Боже Весна. Мой, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Вас полиция везде ищет. Это я знаю. Это просто чудо, что вы встретились. А я живу неподалеку. Я тут каждое утро плаваю. Да. А где ваш друг? О, он отдыхает. Хотите посмотреть? Хочу. Давайте руку. Держитесь. Спасибо.
Это какой-то кошмар, недоразумение. Ну как они могли подумать, что вы убийцы? Мы сами в шоке. К тому же вы были гостями дедушки. Но не мог же он позвать из России своих убийц. Они идиоты. Целиком и полностью разделяю ваше негодование. К сожалению, мы теперь не сможем выполнить поручение вашего дедушки. Упокой, Господи, его душу. Почему? Ну, потому что, скорее всего, та посылка, которую он собирался передать через нас, находится в руках тех людей, которые напали на Иванну. Упокой, Господи, ее душу тоже. Почему Иванну, упокой, Господи, ее душу? Как почему? Убили ее. Иванну? Нет, не убили. Очень сильно ударили по голове, это да. Но она жива, она лежит в больнице. Состояние тяжелое, но стабильное. А про посылку я ничего не знаю. Пропала она или нет. Весна, вы сами Иванну видели? Нет. Меня в палату не пустили. Там сидит вооруженный полицейский, охраняет. Но она жива, не сомневайтесь. У нас трупы в больницах не держат, и полицейскими не охраняют. Ну что, Волков, я же хотел пульс пощупать. А ты говоришь, пальчики, пальчики. Нам нужно срочно с ней повидаться. Ага. Может, ты не слышал? Там мент на стреме сидит. Он будет очень рад этой встрече. К тому же, если мне не изменяет память, дед нас просил никуда не ввязываться больше. Но он же не знал, что Иванна жива. Нам нужно узнать про посылку. Нет, вам нужно спрятаться. Людям, которых объявили в розыск гулять по улицам, не рекомендуется. Спрятаться – это хорошая мысль. Только где? У меня дома нельзя, потому что пока идет следствие, всюду полицейские. Но можно в гараже? Вот, это и есть гараж, про который я говорила. Раньше у папы здесь был склад или мастерская, что-то вроде того. Но после смерти папы я ничего не трогала. И вот теперь здесь так. Но ничего, жить можно. Посмотрите. Здесь есть холодильник, телевизор, диван. Вообще все, что нужно, чтобы переждать пару дней. А там видно будет. Весна, ну о чем вы говорите? Посмотрите, это же просто Хилтон. Волков, скажи, это Хилтон, а? Не знаю, я в Хилтоне не был. Ты, кстати, тоже. Спасибо вам огромное, Весна. Даже не знаю, как вас благодарить. Ну что вы? Вы же друзья дедушки. А друзья дедушки – это святые. Так что располагайтесь, чувствуйте себя как дома, а мне пора. А как? Вы нас уже покидаете? На мне организация похорон дедушки. А. Я вернусь вечером, а вы сидите здесь, никуда не выходите. Я рассчитываю на вашу благоразумность. К тому же это в ваших интересах. Весна, и еще одна маленькая просьба. Не могли бы вы по дороге заехать в больницу к Иванне? Если вас пустят, задать ей несколько вопросов. Это очень важно. Я попробую. А, и еще одна просьба. Нам с другом поесть. Это без проблем. До встречи. Сада любишь, Бересло. Изволи. Стоп. Jezero Palić je kudikamo poznatije. Šta je sa njim? Uređenost obala. Здравствуйте. Ну что, отдохнули? Я выполнила одно ваше поручение. Купила еду. А в палату меня не пустили. Завтра надо будет что-то придумать. Нам позарез нужно увидеться с Иванной. Но это будет завтра. А сегодня я приготовлю для вас ужин. Как? Одна? Почему нет? Ну, Весна, раз я вам не говорил, что я замечательно готовлю? Этого вы мне еще пока не говорили. А вот уже сказал. Возьмите меня к себе в помощники. Я клянусь вам, вы не пожалеете. Пожалуй, я рискну. Да что вы. Пойдемте. Весна, а как вы думаете, что именно в посылке? Понятия не имею. Дедушка всегда был очень большой оригинал. Да? Скажите, вы
Вы тоже вся в него? Вы так считаете? Конечно. Вы самая необыкновенная девушка из всех, кого я встречал. Вы все выдумываете. Кто я? Вы не представляете. Мне так тяжело в эти дни. Я осталась совсем одна. Дедушка умер. У меня никого нет. Весна, я вам обещаю, вы больше никогда не будете одна. Никогда. Мясо-то почему подгорело? Волков, что-то все о еде да еде. Ты лучше подумай, как мы завтра к Иване попадем. Понятия не имею. У меня есть план. Помогите мне. Там врачи. Отведите меня, пожалуйста, господин полицейский. Как вы любезны и внимательны. Не знаю, что бы я без вас делала. Иванна. Это вы? Не волнуйтесь, вам нельзя волноваться. У нас очень мало времени. Скажите, вы видели, кто на вас напал? Нет. Он был в маске. Понятно. Скажите, что Федор Алексеевич хотел передать с нами в Россию? И где эта посылка? Я спрятала ее в доме. Надеюсь, он ее не нашел. Держи. Ставь обратно. Эй, волчара, ты куда это свои лапы тянешь? Посмотреть надо. А тебе в детстве мама не говорила, что вскрывать чужое нехорошо? Говорила. А папа говорила, что если не вскроешь чужое, то на границе тебя могут взять за жабры. Еще вопросы есть? Нет. Это письма моего прадедушки. Князя Андрея, моей прабабушки.
Снежане и ее ответы. Не надо. Почему? Благодаря этому мы узнаем, из-за чего погибают люди. Возможно. Но письма прочтет только Ольга Алексеевна в России. Ведь князь хотел передать посылку ей и только ей. Простите, Весна. Мы только курьеры. Странные вы. Очень честные. Ну ладно, раз уж читать не будем, я пойду. Завтра дел много, вставать рано. Ну ладно, пойду деду позвоню. Это зачем? Ну как зачем? Сказать, что все в порядке, посылка у нас. Не надо ничего делать, не надо никуда звонить. Выходить вообще не надо. Представляешь, как обидно будет, если нас именно сейчас заметут. Саша, обидно? Ну надо. Я быстро. Ну правильно, давайте. Все меня бросили. Медленно подними руки и сцепи их на затылке. Встань. Повернись. Поговорим. А разве у меня есть выбор? Нет. Тогда почему бы не поговорить? Где шкатулка? Какая шкатулка? Зачем ты, Живорад? Погоди, Живорад. Дай да завяжем ток-мангу за столицу. Весна. Смотрите-ка, Весна пришла. Играч прилетел, тот еще. Ну и где твой тупой напарник? А, мой тупой напарник? Известно где. В полицию пошел. Мы решили, что нам отсюда не выбраться, и... Что ж меня сегодня все бьют-то? И мужчины, и женщины. Скоро дети и старики начнут, да? Где шкатулка? Русский язык хорошо знаешь. Не жалуюсь. Где-где? В гнезде. Массаж, ты... Понятно. Помираем, но не говорим. Сейчас договоришь. Где шкатулка? Ну? Приплыли. Говори, где она? Нет. Отвечай, где шкатулка? Слышишь, ты, сволочь? Быстро! Не надо. Я тебя в последний раз спрашиваю, где шкатулка? Нет у меня! Отвечай! Нет у меня! Быстро, говори, где она! Не мрдайте! Не мрдайте! Не мрдай! Пуцачу! Можно вас на минуту, господа? О, кого не ждали?
От имени полиции Республики Черногория примите мои искренние извинения. И большое вам спасибо за помощь в поимке особо опасных преступников. Вот ваши документы и вещи. Скажите, а как вы узнали, что мы на складе? Мое начальство считало, что вы хотите убить Ивану. А я придерживался другого мнения. Кроме того, я предполагал, что вы будете искать контакты с Весной. И на всякий случай поставил под наблюдение ее дом и прослушку ее телефонов. Простите, вы хотите сказать, что все это время прослушивали дом Весны? Да-да. Все время. С утра до вечера. Это понятно. Но как вы на убийцу-то вышли? А еще до того, как вы вышли на Весну, мы следили за Живорадом. Он проходил как свидетель по одному крупному хищению с убийством. Когда мы поняли, что он часто бывает у Весны, мы поставили на прослушку ее дом и записали очень интересный разговор. Пленка – неоспоримое доказательство соучастия Весны в убийстве адвоката, князя Федора и покушении на Ивану. А Весна все валит на Живорада. Говорит, что она не виновата, что не могла убить собственного дедушку и еще всякую чепуху. Но меня беспокоит немножко другое. Что они искали? Зачем охотились? Ну, неужели же за шкатулкой со старыми письмами, а? А Шут его знает. Господа, вы свободны. Всего доброго. Инспектор, а кому достанется наследство? Ну, по закону, прямой наследник Весна. Но я не думаю, чтобы сейчас ее интересовало наследство. Скорее всего, ближайшие 5 лет она проведет в тюрьме. А почему это интересует господина Гурского? А он вообще любознательный. Господа, может быть, немножко венца? В честь ярко обозначившейся черногорско-российской дружбы. Господин Лазаревич, без фанатизма, по чуть-чуть. А рабочий день у вас закончился? А почему нет? Я знаю одно прекрасное место. Пойдемте, посидим. Я вам расскажу про мою российскую стажировку. Хорошие вы ребята. Как это говорят у вас, я бы пошел с вами в разведку. Минуточку. Есть такая крылатая фраза. Я бы пошел с ним в разведку. Она говорит о том, что один человек может доверить другому самое ценное, что у него есть – собственную жизнь. И здесь, среди этой первозданной красоты сургутских лесов, ты по-настоящему и по-новому понимаешь, как это важно. Геологическая разведка. Обветренные парни пытаются выведать у земли новые маршруты, узнать ее тайны, узнать ее секреты. Они словно в тылу врага, но лишь для того, чтобы враг превратился в друга. Да это тебе не Макаров, это аппарат. Приехали. Ну, друзья, счастливо. Спасибо. Спасибо. Давай. Приезжайте. Саша! Сашок! Пасашок! Ой, нет, я больше столько не выпью. Ну что же, едем к Ольге Алексеевне, а по дороге спокойно, в красках расскажете,
Как вы куролесили в республике Монтенегро? А еще Федор Алексеевич в последнем разговоре с нами просил передать вам, что он вас очень любит, хотел приехать и говорил, что очень по вам соскучился. Бабуля! Вот и Настенька пришла. Бабушка. Извини, пожалуйста, что я опоздала. Страшные пробки. Здравствуйте. Еле добралась. Здравствуй, папа. Здравствуй, Настен. Знакомься. Это старый друг твоего двоюродного деда, Георгий Георгиевич. И его, так сказать, соратники. Очень приятно. Меня зовут Анастасия. Здрасте. А уж нам-то как приятно. Господа, прошу всех к столу. Любезная Ольга Алексеевна, простите, что я вмешиваюсь в дела вашей семьи, но с другой стороны, два человека погибло, и один чуть не погиб из-за этой шкатулки. Просветите же нас, что в ней такого особенного? Это шкатулка моего детства. Мне ее подарила на день рождения одна старенькая деревенская няня Черногорка. Она воспитывала нас с Федей еще задолго до Второй мировой войны. Это, Саша, не просто шкатулка. Это шкатулка с секретом. Здесь я хранила свое первое колечко, которое мне подарила. Ой. Мама, что с тобой? Вам плохо? Боже. Бедный Феденька. Как же ты любил Россию, Господи. Боже мой. Ну, теперь все понятно. Может и все, но далеко не всем. Что там? Это завещание князя Федора. Его последняя неоспоримая воля. Оно было составлено князем в форме публичного акта. И вот согласно данному завещанию, вся собранная князем бесценная коллекция русских картин, антиквариата, книг, переходит в дар, в безвозмездный дар, русскому музею в Петербурге. Коллекция должна вернуться на его любимую родину. Да, поступок, конечно, патриота, но сыр-бор-то весь из-за чего? А из-за того, что завещание составлено в единственном экземпляре. И если бы оно потерялось, то все наследство переходило бы к Весне. Скажите, а сколько может стоить коллекция князя Федора? Это бесценно. Это музей. Стоимость коллекции просто навскидку исчисляется десятками миллионов евро. А, теперь все понятно. Волков, нам же все понятно. Абсолютно. И еще тут написано, что свой дорогой особняк князь завещает Весне. И по 100 тысяч евро Ольге Алексеевне, Андрею и Насте. На, держи. Неудобно, мы же все-таки не наследники. Не наследники, но могли стать покойниками. Я надеюсь, что с доставкой шкатулки у вас не было никаких проблем. Нет, что вы. Приехали, взяли и уехали.
А откуда вы знаете сербский? Ну, скажем так. Выучил, чтобы свободнее было общаться с покойным князем. Так он же был русский. А я что? Разве говорил вам, что он серб? Да, кстати, из ваших гонораров я вычту все накладные расходы. Ну, в частности, изготовление ваших паспортов на чужие фамилии. И сколько это будет стоить папаше Дорсету? Ну что, поехали? Не отметить ли нам удачное возвращение? Куда? Куда угодно. Хоть в Асторию. Ха-ха. То есть ничего круче Астории ты не знаешь. Мне все равно куда. Главное, ты угощаешь. Почему? А потому что ты заработал на этой поездке гораздо больше, чем я. Да кончай, чеки одинаковые. Одинаковые. А кто получит гонорар за репортаж о непростых буднях простых парней с ургутских лесов? Ну, это еще когда будет. И потом я хотел прогуляться, свежим воздухом подышать. Понятно. А вот, как говорится, и свежий воздух подоспел. Нравится? Нравится? Еще бы. Давай двигай, но только один совет. Какой? Помни, что одну такую мы уже видели. Поэтому первонаперво отыщи у нее в спальне точильный станок. Всем будет легче. Хорошо. Настя, простите, можно вас на минуточку? Дело в том, что...